играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks, и сегодня у нас на обзоре просто легенда советского танкостроения ПТ-САУ СУ-152 7-го левела, проходная прокачиваем ветка. Вот такая вот красавчик с дрыном, да? Ну и все по порядку, сегодня полноценный обзор, гайд по данной ПТ-САУ. И предлагаю начать с бронирования. Давайте все-таки посмотрим, что у этой ПТ-САУ поддержки за броня. Погнали. Итак, вот коллижен модель нашей СУ-152. Смотрим. Корпус внизу НЛД будем называть 64, верхний стык 97, ВЛД. Корпуса нижняя часть у нас 97, рубка 75 мм, приведенки 84, маска орудия 133, по краям у нее 168, 160, внизу вот есть такая вот щель у нас под маской 60, это рикошетные у нас, так сказать, щеки башни рубки, да, там не пробьешь, поэтому в лоб у нас крепкая маска, щеки. У нас, ну и все, наверное, все остальное у нас дырявое. Рубка-то чё. Вот, танковать от борта не может, просто горизонтальных углов наведения орудия не хватит. Поэтому, ну, смысл какой танковать. Идем на фон. Так, по броне получается, что, ну, такая себе. В маске есть броня и в щеках. Все остальное, увы, увы. Давайте смотреть основные модули. Вот, нам предлагается здесь три пушки, стоковая, нас не интересует, предтоповая уже ничего, но, конечно, 8-го левела известная 122-мм D-25C, это просто шикарное орудие, 390 альфа, 175 пробития основным снарядом, голдой 217, заряжается чуть более 7 секунд, 2,9 время сведения, сводится, конечно, долго, ну и точность 0,41, зато ДПМ 3162. Это при хорошем сечении обстоятельств. Вот. А, то есть, прям враг на вас переть будет, да. По рации обязательно качайте. 360 на стоке и 625 на топе. Все-таки будет стрелять по засвету ваших союзников. Подвижность очень слабая. Даже если вы выкачаете вот топовый двигатель. Здесь у нас 500, здесь 600 лошадей. Где-то процент 12-15 к подвижности вам даст. Но даже на топовом двигателе вялая она. Вот, 23 градуса в секунду поворачиваемость, 20 тоже. Ходовую качайте на месте, вот прям так и просится ставить УМП на нее. Но, блин, есть оборудование, которое более, наверное, все-таки даже важно. Все-таки мы не на первом рубеже, так сказать, атаки. Дальше. Скорость поворота ходовой. Хорошая вещь. Прочь сохранение набранной скорости. Облегченную ходовую. Дальше здесь по огневой мощи смотрим. Разброс у нас чумовой, поэтому отстройка параллакса. Советую, реально, точность орудия дерьмо. К незаметности после выстрела, к обзору, к незаметности после выстрела. Все, все тут ясно и понятно. Правильно? Правильно. Так, дальше. Оборудование. По оборудованию все здесь пляска идет вокруг досола, в основной соло дающий огневую мощь дополнительную ставим досол. А вот дальше у нас на выбор много вариаций. Я поставил улучшенный прицел и приводы. Приводы, потому что, ну, у нас эти два параметра, время сведения и разброс, полное дерьмо. Но улучшенные механизмы поворота тоже зайдут этой ПТ-САУ, потому что на месте скрутится очень вяло и порой их будет не хватать. Можно также, например, вместо там прицела либо приводов поставить вентилятор. Все остальное вот из всего списка, ну, наверное, может еще зайти иногда стереотрубы. Вот, как-то так. По снарядам. ББХ у нас летит 800, голда у нас подкол, кстати, летит 1000. Скорость полета на голде хорошая, на ББХе умеренно нормальная. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Данная вещь частенько горит. Вот, ну, я экипаж поставил с объекта 268, топовый десяточка. Вот, и не переобучал за голду на эту ПТ-САУ, дабы беречь голду, поэтому поставил доп. Поем,
чтобы хоть немного минимизировать вот эти потери. Вот, перки вы сейчас видите для экипажа в табличке, качать, как показано в таблице. По УВН у нас не самая лучшая ситуация, минус 6, к сожалению. По ХП 870, хорошее количество, сойдет. По подвижности 43 вперед, 11 назад, почти 13 лошадей на тонну. Она едет, но нельзя сказать, что прям даже в ранге кустовой ПТСА у вас эта скорость устроит, чтобы менять позиции, там, идти вслед за вашими союзниками. Скорость вялая. Вот. По незаметности. У меня перк незаметности вкачан менее чем у половины экипажа, поэтому здесь где-то процентов 33 вот так на ней будет неподвижной машины, и где-то 22-23 в движении. Вот. По обзору 309 метров, 35 у меня штраф за то, что командир не переобучен, так было 344. Плюсы и минусы машины. По броне, ну, скажем так, брони нету. Ну, адекватно говорить так. По подвижности тоже минус, потому что, ну, она как на месяц крутится вяло, так и вперед, да и назад едет медленно. Тоже минус. По орудию однозначно плюс. Да, оно кривое, да, оно долго сводится. Но шикарная альфа, хорошее пробитие. Ну, разовый урон просто сумасшедший. Да, УВН не хватает, поэтому я поставлю все равно плюс, потому что все-таки это СУ-152. Вот, а по незаметности здесь плюс. Все в норме. Предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, как СУ-152 тащит, воюет, бьется. Погнали. Попали мы против восьмых ловлов. Обзор боем у нас СУ-152 ПТСА у Советской ССР. Вот. Сейчас будем воевать. Проверим боем, так сказать, нашу ПТСА. Нормальный блайн такой. Не, давайте блондить не голдой. Блин, ну куда снаряды все летят? Прикиньте, они такие. Кто-то блондит.
крайне китаец. Так, наши отошли, надо валить. Ой, потный боец, реально. ХП нету, воюю чем могу. Победа. 1800 накакали мы.
Господи. 4 фрага, кстати. Кручу, верчу, запутать хочу. Но пушка здесь годная, что тут даже говорить. Да не, даже не успеем доехать сейчас. Эту АЦ-48 сбреют. КВ-2 подтянулся. Да. Еще огрызается. Ну все, победа. Ладно, суммы дали 200. Да? Сойдет. Играли против 8 ловелов. Все-таки. Пришлось мне попотеть, покружить, позащищать базу, которую прям хотели разорвать в кулачок. Но наше орудие Су-152, это мне очень нравится, это ПТ-САУ. По пятибалльной системе данной машины однозначно ставлю как минимум 4, даже с плюсом, ну потому что ну есть чем напугать врага. Вот. По поводу оборудки, конечно, вариации можно разные еще другие попробовать. Вы, самое главное, пишите свои комментарии. Собственно, вам-то на каком оборудовании это ПТ-САУ заходит. Я думаю, здесь и вентиляцию можно поставить. И можно поставить вместо прицела те же самые стереотрубы, чтобы самому себе светить. Да, да и УМПН им помешает, потому что поворачиваемость на месте очень-очень вялая. Вот. Но все-таки это кустовая ПТ-САУ, а не какая-то штурмовая. ПТ-САУ поддержки, вот даже здесь написано. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкосы. Я вам говорю, до скорых встреч, новых обзоров. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.